Тут это кто смешит людей? Это человек, который рассказывает шутки и постоянно смеется из-за своих же шуток. Это клоун, который был в древних временах. Шут – это шутка. Какая будет? Смешить всех и шуткой быть всегда. Это хвалю шутя. А есть такие люди шуты, какие шутят специально, чтобы другие смеялись и дольше жили. Мы можем смотреть шута в театре, в кино, на улице, в магазине, ну и так далее. Шуты нужны, чтобы люди были радостны и у них было хорошее настроение. Они веселят разных детей. Шутка продлевает жизнь. Я не очень хорошо шучу. Очень не умею шутить.